Владимирский драматический театр, гастролирующий в Симферополе, показал зрителю первый спектакль из 11 запланированных. На сцене Русского академического драмтеатра имени Горького прошла презентация сказания о князе-строителе, как классифицирует этот жанр в самой труппе. Андрей Боголюбский в постановке Сергея Морозова. Этот спектакль – визитная карточка самого Владимирского театра, а также города и региона. Он повествует о жизни строителя российского государства, истории великого князя, его победах и поражениях. Иллюстрирует проблему сложности взаимоотношений между отцами и детьми. Андрей Боголюбский – обладатель сразу ряда престижных премий, в том числе и международных. В 2016 году он стал обладателем гран-при фестиваля «Россия театральная» у Эйфелевой башни в Париже. Помимо дебютного спектакля, симферопольскому зрителю в рамках масштабной гастроли покажут еще «Леди Макбет» Мценского уезда, «Гамлета», «Молодую гвардию» и другие известные постановки.